Всем привет! Сегодня мы вам расскажем про покемона Togepi из коллекции McDonald's. Покемон Togepi впервые был обнаружен в виде яйца Эшем. А потом Togepi вылупился из яйца. В мультфильме за него пришлось сражаться с командой Р. И этот покемон достался подруге Эша, Мисти. Togepi выбрал Мисти, потому что он ее увидел первой после вылупления из яйца. И в ходе путешествий Togepi постоянно был на руках у Мисти. Togepi, как покемон, очень добрый и обладает всегда хорошим настроением. То есть, даже тогда, когда его спутникам в мультфильме угрожала опасность, он все равно оставался жизнерадостным. Однако, отличительной чертой этого покемона является то, что он ничего не боится из-за того, что он даже не имеет представления, чего ему стоит бояться. Кроме того, Togepi с легкостью находит друзей. Togepi свои способности всегда скрытно проявлял от собственных друзей. Однако в одной из серий мультфильма Togepi впервые проявил свои способности, используя метроном, он защитил своих друзей от неприятеля. Кроме этого, Мисти научила Togepi выполнять такую атаку, как объятие и очарование соперника. И именно эта атака однажды сразила Пикачу. А теперь мы расскажем, почему Togepi имеет яйцевидную форму тела. Здесь все довольно просто. Яйцевидная форма обусловлена тем, что он не способен самостоятельно существовать, то есть ему необходима надежная защита. А что касается оставшейся скорлупы, то она служит в качестве дополнительной защиты. Также стоит обратить внимание на голову этого покемона. Волосы данного покемона перед сном окутывают голову, после чего он слегка вжимается в скорлупу и только тогда засыпает. В процессе того, как Togepi спит, ему полностью ничего не страшно, так как его прочная скорлупа надежно защищает все тело от каких-либо нападений. При вылуплении таких покемонов, как Togepi, скорлупу в дальнейшем использовать можно как своеобразную броню. Отличительные черты этого покемона – то, что он является очень своеобразным и интересным персонажем. Этот покемон считает своим хозяином того, кто первый ему попадется в поле зрения во время вылупления из яйца. Также Togepi всегда приносит удачу своему владельцу. После того, как вылупится, он не растет, так как ему попросту мешает скорлупа. Именно поэтому все Togepi являются одинакового размера.